А теперь будь очень, очень на стрём. А вот и счастливые, бля, жители этого райского городка. Сталкеры, эти черти дерзкие, на поверхность почти каждый день лезут. Ну там валы, маслины, технику действующую. Без них метро бы уже давно скопытилось. Иногда на их жмуров набредаешь. Они как камень твердые, замороженные. Ну чистый снеговик в одежде. Ты зал обыщи как следует. Вдруг тут есть еще один схрон. Они часто на поверхности схроны мастырят, куда добычу стаскивают. Так что ты давай, гляди в оба, ищи. И наверху у тебя не будет проблем ни с патронами, ни с фильтрами. Так, что тут у нас? Ага, фильтрик пригодится. А тут и маслинок насыпала. Спасибо, братан. Ну что, готов? Тогда двинули дальше. Значит, теперь зырь сюда. Нам нужно добраться до вентиляционной шахты, которая ведет к Сухареву. Там мы с тобой попрощаемся. Мой калаш станет твоим, но когда базаришь. Пацан, начкуйся! Держись в укрытии. Если мы такого урода на открытом месте встретим, нычкуйся в любую щель. Их тут демонами кличут, но лично я называю их суками. Вот он, мертвый город. Добро пожаловать домой, Артём. Давай, прыгай, я тебя поймаю! Да что ж мне так не прёт, а? Где-то тебя обойти, Артём. Не вступай в лужи, они радиоактивные, облучишься в 2 секунды. Вон там видишь здание с воротами? У него во дворе вход в шахту, тебе туда. Я буду ждать в здании, там есть позиция ордена. И не тормози. И главное, не ешь желтый снег. Thank you.
Thank you.
Я вооружился по полной и отправился на север, на ВДНХ. Похоже, у них там проблемы с нашими старыми друзьями. Если я не вернусь через пару дней, сообщи полковнику и собери наших людей. Удачи!